Так, мы тут пришли, а тут маньяк опять заманил людей, блин, напросился в команду, опять заманил в какую-то жесть. Валера, опять ты их завез туда? Кто перевернул человека? Теперь в болото засунул по никуда. Пойдем обойдем с другой стороны. Идем прямо по спецучастку, это жестяк. Такое тут что-то вроде ураган прошел. Куда мы дойдем, правда, непонятно. Ну, сейчас, пока хоть покажем, что тут творится после маньяков. Ага. Какой-то упрощенный вариант, а там вот по той стороне пожестче. Слышу только голос маньяка и все, и жабы квакают. Как его увидеть, непонятно. Куда-то идем, 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 и все. И тупик. Может, здесь где-то можно к нему добраться, нельзя. Вон маньяк что-то там командует, пробуй колесами, отпусти лебедку. Заманил людей, так и скажи. К маньякам дошел, маньяки рубятся из последних. Опять Валера заманил, да? Опять Валера заманил вас. Мы решили, хотя бы одну нужно взять обязательно. Ну давай, я с вами, хотите? Я придам вам силы. Так, что тут происходит? ФБЛ 160. Какая лебедка? А бренд? Какой-то серьезный, я смотрю. Валера, что ты творишь, скажи? Тут уже накопали, проехало много машин. Правым боком. На первой, потому что у тебя на второй кокса нет. Держишь ленточку. Просто ленточка должна идти по машине. Насколько можно, и там смотрим, куда пойти. И там вправо. Когда переходи туда, будешь смотреть, корректировать, когда я уже туда выйду. Так, отходим с трассы. Сейчас, маньяк, слышали, что сказал? По правой ленточке газ в пол. Да, что-то, сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет. Что-то уже щелкает чуть-чуть. По правой тут. Ты слышишь, что он там тебе говорит? Я бы прислушался к своему разуму. Я бы прислушался к своему разуму. Потому что тот маньяк, это страшно. Я просто его знаю давно. Он понял, ему надо снять хороший кадр. Ты понял, что он, на что он тебя толкает? Его задача, чтобы ты застрял поглубже. Что-то не поехала машина. Торф. Сейчас она прогазуется. Непонятно с топливной. Я понял. Заметно. Да. Тяжелый случай. Уже ни туда, ни сюда, только вперед теперь. Жестяк. Очень большой вес, конечно. Такие спецучастки котлета едет. Кое-как, а тут, конечно, с весом 3 тонны тяжеловато.
Так, там маньяки. Сейчас пойдем к ним обратно. Ну, вот и маньяк тут. Да, тут им будет весело сейчас. Мы были с той стороны, где они заехали. Обошли. Сейчас посмотрим, что у них получится, конечно. С таким весом нелегко будет. Вот так маньяк борется. Сейчас размотал. А, трос. Трос уже тут. Руслан! Взял в камеру, брызгал специально. Хотел, честно, ну блин, ты меня знаешь. Фотоаппарат. Вот, блин. Что так, камера села. Включилась Nokia 1020 в работу. Таком мы стоим тут, почти в таком, чуть-чуть на суше. Да, не знаю, как они тут проедут, конечно. Сейчас посмотрим. Ну, реально жестяк. Так, трос начинает натягиваться. Ну, вот идет маньяк. Маньяк, осторожно, я тут стою, маньяк. Так, отходим от троса, там аккуратней. Давай, руль, сейчас будем порубать. Алло. Привет, выходной. Свете. Идет, 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 красавчик. Блин, лебедка хорошая, но тут жестко, конечно. Тут жестко. Блин, жестяк. Звуки, конечно, трасса. Идет потихоньку. Маньяк подсказывает. Молодец. Валера, посмотри, что там с лебедкой. Что-то она на одну сторону, блин, там уже. Да, с таким весом, конечно, тут проехать. Это реальные маньяки будут. Сейчас перемотаются. Перемотали. Блин, тону. Валера закрыл обзор. Чуть-чуть, может, пусть поможет или не надо. Вот помочь колесами чуть-чуть, посмотрим. Правей, правей скажи. Право, где-то руль справа, я так притянулся. Не надо. Не, ну это жестяк. Это жестяк. Отлично.
Такое перед собой тянет. Почти как на Ютубе, блин. А что ты не участвуешь, Слав? Да тебя ж снимаю, как я могу участвовать? Все пропустить или что? Дайте, дайте допинга. Веталь, это жесть вообще. Посмотришь в телевизоре, тебе понравится. Уже вылазишь потихоньку. Чуть-чуть попробуй колесами, чуть-чуть, да-да-да. О, хорошо, вот так понемножку давай. Сейчас покажу вот эту часть, это, блин, жесть. Отлично идешь, отлично, все, уже передние почти зацепились. Передние уже зацепились. Хорошо. Хорошо. Красавчики, блин. Я, честно говоря, думал, лебедка подготовлена зачетно. Молодцы. Что-то пыхтит, пердит она, конечно, но едет. Все блоки. Еле вышел пешком. Маньяки. Маньяки. Маньяки борются. А где бородатый? Я ни разу его не видел. Да, бородача. А, бородача? Я так далеко мельком видел, то есть вроде-то есть. Есть, да? Не... Тут жестко сейчас. Тут что-то такое. Сейчас, хоть бы пройти пешком, бля. Хорошо. Технично. Технично. О. Сейчас начинается самая интересная часть марлезонского балета. Что включается, Валера? Так. Вот это жесть. Сейчас переходим на ту сторону. Занырнул. Жестяк. Им вот этот подъем, это жестко, конечно. Колесами не крутят, рулем не крутят, колеса сейчас хорошо. Мы можем помогать или чуть-чуть. Отойди от троса, Валера.
Поехали. Едем, едем, отпустили бедра. Стоп, стоп. Что передний блок не работает. Мы зацепились обратно за то же дерево. Дима, Дима, Олег спрашивает, а что ты ключи не принес? Иди неси ключи. Сейчас он принесет ключи. Маньяк пошел цеплять дальше. Натяг с небольшим коксом. Пытаемся выехать наверх, потом скатываемся вниз, и потом я тебе скажу, что делать. Нет, стоп. Руль. Отлично, все, вот так. Стоп. Справа руль. Хорош. Пробуем вперед. Все, хорош. Да, не хватает, что-то передний блок не работает. Стоит Детройт, локер. Виталик, за руль. Что-то не хочет. Влево и назад. Давай назад. Маньяк зацепил. Поехали. Маньяк. Руль, меня слушаем, его не слушаем. Как самочувствие, маньяк? Вот его ухо красиво. Чистое, не? Ухо, да, как вообще вроде ты нигде не был. Непонятно, чем ты тут занимаешься, честно говоря. Ролик лопнул у нас. А, блин. Стоп. Пусть отпустит и назад попробует подравняться, Валер. Ролик лопнул. Мы сломали зубы. Боковую. Или надо сейчас кувалду чем-то ориентировать, или надо ее сломать. Вот так губы сломались. Виталь, передняя правая блокировка, ну не работает блокировка. Стоит блокировка? А ее, если бы была, намного было бы легче. Стоит, но она, видишь, не крутит. Может подравняться, Валера? Может откопать здесь мягко. Откопать. Валера, подравняться попробовать. Влево. Блин, там лента натянута сзади.
Виталик, лента натянута. Валера, поправь ленту над машиной. Отлично. Отлично получилось. Сильно руль вывернул. Давай вот. Где у него лыжи? На лыжах он зимой катается. Хорош, хорош. По передней было красиво. Левая крутит, правая на ногу. Ну вот, вот край так работает, видишь. Перекидывает туда, куда хочет. Отпусти лебедку. Он сразу так работал? Еще. Что-то не то. Далее, в чем проблема? Отпусти лебедку. Все, хорош, мозга пошла. Он так не должен работать, видишь. Давай, давай, чуть-чуть. Ну, идет. Он по прямой должен работать стопроцентно. Что-то блокировка подводит передний. А правое крутится колесо, Валера? Да, что-то Локрайт не оправдал высокого доверия. Назад. Руль вправо, стоп, стоп, ничего не делаем. Руль вправо. Отлично, все, стоим, тянемся. Подожди, стоп, отпускаем лебедку. Хорош, тянемся. Поехали. Пропива такая шикарная, удобно снимать очень. И тишина. И только маньяк вот тут. Чуть-чуть. Блин, без левого переднего что-то. У тебя что-то хрустело там, может граната вылетела? Но она вообще не работает, она не может так не работать. ЛСД? Да не ЛСД, а разблокировка. Мы успеваем по времени или нет? Час, у нас еще час времени. Ну, на прохождение участка. Да. Ну, а может и нет, мы во сколько стартовали? Давай. Виталь, я думаю, там шрус, наверное, разлетелся. Блокировки, ну, зубья теоретически с одной стороны, ну, не знаю. Давай, давай, по чуть-чуть. Что-то хрустело у тебя там, ты стартовал. Нет, НВД заливает, это хрустит, накрыло тебя. Все болячки вылазят. Я тебе скажу... Ты что, задний блок тоже у нас не работает? Стопроцентный сзади? Ну, знаешь, что уже накрылся. Что-то не то, короче. Это красавчики, это в маньяке.
Слышишь, Веталь, я тебе скажу, Валера, когда садится ко мне в машину, я тронуться даже не могу, сразу что-то разлетается, так что ты нормально идешь. Так, нет, так я с этим поломанным задним блоком Карпаты сюда проехал. Да я вон про того маньяка говорю, он очень, очень опасен. Ну, заехали нормально. Жесть просто. Да. Так, оно камера, конечно, не передает. Это да. Ну, поверьте на слово. Это глазами надо видеть. Это надо видеть, но с таким весом что-то там трещит, не все работает, губы оторвали. Все хорошо. Все хорошо. Валера, скажешь пару слов фолловерам? Валера. Валера. Нива 3D рулит. Заходите на мой канал. Заходите на его канал. Да. И утонете, да? Вы увидите нормальное видео, где будет все это показываться, действие с комментариями. Чтобы вы понимали про Ниву, про его Ниву больше всего видео на моем канале. Там одни просмотры с его Нивой. Одни видео с его Нивой, да? Те, кто будет писать в комментариях, что он, придурок, работает без перчаток, я всю жизнь работаю без перчаток. Так, про лошару что-то скажешь, нет? Есть лошары, которые сюда даже не доехали. Дай допинг. И мне, если можно. Спасибо, друг. На, Русь, пробку сразу. Я тебе бутылку оставлю. Не, мне некуда ее положить, забирай. Спасибо. Просто бы здесь. Да, да, да. Разбелись бы и это. Что, поедем? Так, тут. Так что не стоит прощаться. Ну тут просто он едет. Тут он просто едет. Проходит. Подровнялся, правила не нарушаем. Красавчик. Тупо идем за ним сзади. Все, ушел. Ушел маньяк. Там уже препятствий нет, да? А, там немножко узкое место, ему надо там вписаться просто, и все. Это я помню, это место, мы тут кого-то уже снимали сегодня. Да, тут он, люди уже березы потерли чуть-чуть. Застрянет Винни-Пух? Не. Ну проехали. Вы сейчас поедете по его месту? А, вот здесь? Ага, вот это место. Ой, блин. Как жестко. Надо было чуть. А, там береза тоже. Блин, что тут происходит? Порогом об березу говорит, надо, чтобы ты развернулся. Вот так. Не под эти длины машины сделан. Блин, поцарапали новую машину. Красавчики. Сейчас спросим, зачет, не зачет. Судья кричит, зачет. Все хорошо.